Итак, всем трем и доброго времени суток, это канал. Ой, Дмитрий. Или не я. Если уж тебя каким-то чудом сюда занесло, то поставь лайк, дизлайк, напиши что-нибудь в комментариях, на канал подпишись, видео до конца досмотри. В общем, поучаствуй. Тебе не сложно, а мне приятно, а мне поддержка, а мне мотивация. Ну, в общем, вы это и так все прекрасно знаете. Кто не знает, тем добро пожаловать. И очередное наше ежедневное прохождение маленьких небольших игр. 16-бит, диснейский Аладдин. Так, ну тут вроде мультиков никаких нет, поэтому давайте старт. Скоробей. Описание, так сказать, все, что тут может встретиться в игре. Два грабея далекой стране пиская ветра, уличный воришка Аладдин едва сводит концы с концами. В то же время советник султан Джафар вынашивает план захвата королевства с помощью волшебной лампы, хранящей в пещере чудес. Все началось под покровом ночи. Все началось под покровом ночи, когда темный-темный человек замышлял темные-темные дела. В смысле? Оу. Упс. Я думал, надо нажать, чтобы дальше пойти. Ну ладно, извините, народ, один мультик зафейлили. Ну там, в общем, короче, суть в том, что типа Джафар там с Яго вроде как пытаются. Я играю на сложном, ну, потому что я эту игру достаточно неплохо знаю. Ой. Забыл. Это ж не тот Аладдин. Ай! Да что ты будешь делать? Это не тот Аладдин. Тут на голову прыг нельзя. Так. Принц Али. Да, что-то песенка. Получим, получим, получим. Вот тебе. Еще один. Ай! Чтоб тебя, а? Чё-то, по-моему, зря я все-таки взял сложный уровень. Ну, не настолько я хорош. Вот эти черные лампы, это типа местные взрывчатки. Еще сложность определяется ведь не только сложностью самой игры. А ну! Еще и тем, что, скажем так, сколько сердца восстанавливает. Здоровье за раз! И здесь, соответственно, на сложном уровне. На сложном уровне восстановление здоровья. Ой! А что такое? Фу ты, блин! Не то нажал. На сложном уровне, к сожалению, эти синие сердца восстанавливают очень мало. Ну ладно, попробуем. Как-нибудь уж. Да блин, а! О, нет. Прошу меня не обкрадывать. Тоже мне. Я сам тут, понимаешь, воришка. Так, если я ничего не путаю. Блин. Секундочку. Да. Вот если пропрыгать вниз, то сюда уже не залезть. То есть если ты падаешь вот сюда, то все, ты наверх уже не вернешься. О, абу. Опа. Где это? Абу — это у нас бонусный уровень. А вот это издевательство, потому что то, чтобы что-то купить у торговца, нужно, ну, либо жизнь, которая нам нафиг не нужна, либо желание. А жизнь я не покупаю принципиально, ибо зачем?
То есть буквально не нужно здесь. Брысь. Все, дошли. Есть первый уровень. А сейчас я буду читерить, ребята, с сохранениями. F5. Вот так. Ну, не понадобилось. Бонус левел. Там. Я думаю, бонус левел тоже сейчас пройдем. Все-таки это как бы не совсем левел. Хотя он довольно длинный, честно говоря. Ой. Ай. Ай. Какая сволочь. Что происходит? Добрых шеми кидается, скотины. Бяки. Хватит. Руки поотрубаю. Чтоб вас всех, а? Да вы охренели? В два уровня. Ай. Что делаете? Не трожь обезьянку. Ох ты ж, бляха, муха. А ты облажался. Ну ладно, слава богу, есть сохранение. Все не так критично. Абу, к сожалению, это такой очень сильно не танкующий персонаж. Как говорится, один удар и большой. Привет! Да что ж такое, а? Что так лажают? F5. Причем, интересный факт. В свое время у меня был картридж, ну, с этой игрой, естественно. Вот. И на Сеге. И приколюха заключалась. Ой! Что вас? А, ну эти штуки, кстати. Да, вот их можно отрубать. И прикол заключался в том, что, короче, это был битый картридж, как потом выяснилось. Был какой-то баг странный, связанный с игрой. Именно вот в этих доп. Уровнях, связанный с горшками. Ну, не только в доп. Уровнях, на самом деле. Вообще, в принципе, баг, связанный с горшками. Суть бага заключалась в том, что эти горшки, когда падали, они падали, как сказать, ну, не так, как должны были. То есть, у них, как сказать, показывал, что они припадают, грубо говоря, вот с этой стороны. А на самом деле все было не так. Знаете, как это описать? То есть, короче, по факту они падали в обратную сторону. То есть горшок, грубо говоря, падал на несколько пикселей там левее или правее, я не помню. Ну то есть, как ты вроде стоишь в стороне, а все равно получаешь урон. Или наоборот, ты стоишь прямо под ним, а урона нет. В общем, вот такая вот штука. Я не понимал, как это работает. Я думал, это, что это типа такая фича игры. Сбежав от стражников, Алладин повстречал какого-то странного старикашку. Здесь недалеко есть одна пещера. Пещера чудес. Там хватит сокровищ для того, чтобы любого сделать султаном. Чтобы попасть туда, ты должен получить две части золотого жука. Одна затеряна посреди великой пустыни. Десерт. Десерт. Пум-пум-пум. Ну, естественно, великую пустыню мы будем проходить следующий раз. Так, раз, два. Все как обычно, два сохранения. Такая вот достаточно веселая, приятная игрушка. Несложная на фоне того же другого Аладдина, который, по-моему, дэндевский, насколько я помню. Он вообще там намного хардкорнее, чем вот это. Но это более кинематографичная. Не знаю, мне она как-то больше нравится. Ну, скорее, тут больше ностальгия играет по мультику. Я очень люблю мультфильм в целом. Если не слишком вдумываться в содержание, то мультик очень классный. Это все как обычно. Ладно. В общем, на этой положительной ноте. Плейлист и поддержка канала, как обычно, в описании под видео. Всех, кто посмотрел, обнимаю. Парни, хлопай, полечу, девушки, чмокаю в щечку. Увидимся в следующей серии. 16 бит форева. Алладин Диснея шикарен. Как-то так.